По поводу путешествия, значит, моего на север, то я, значит, замыслил вообще поехать в Рыбинск. Я так посмотрел, примерно это же столько же, сколько до Костромы, но вопрос в том, что в Костроме я был, а в Рыбинске я не был. Ехать туда, значит, в общем-то, 5 часов, но это показывает по карте, а я не знаю, учитывает этот самый Яндекс обстановку на дороге, что все заснежено, что там не разгонишься, что я буду тащиться, соответственно, где-то 60 км в час. Вот я не знаю, учитывает он это или нет. Поэтому, соответственно, если удастся в понедельник встать в 5:30, выехать в 6:30, то смотри, можно было бы как, можно было бы вырваться уже на северную трассу, да, и там встать поспать на Лукойле. На Лукойле встать поспать, взять потом, сначала взять кофеек, потом встать поспать. Или наоборот. Не знаю, потому что пока берешь кофе, тоже уже сон развеивается. И уже потом прошибать до самого Рыбинска. И там, значит, успеть надо. Смотри, если там, безусловно, я ночую, потому что туда и обратно это будет просто мучение и особо непродуктивно. Потому что мне нужно хотя бы что-то успеть пройтись по городу. И до этого мне нужно что-то успеть навести, какие-то справки о том, что там вообще с исторической точки зрения. То есть какие еще улицы, может там какой писатель жил или был, которого я читал. В общем, все это надо узнать. И как-то и это все будет очень бегло. Потому что, как показал опыт моей новгородской поездки, я там вообще просто ничего не успел. С утра я только... Единственное, на что у меня хватило сил, это собрать свои кости и рвануть назад. Причем я что-то ехал назад с дикой скоростью, что-то хотелось спать. Вообще я не знаю почему. Как-то все это было настолько оголтело. Не понимаю, что меня так торопило. Можно было спокойно взять гостиницу там на 2 суток, спокойно там побыть. Но там что-то меня взяла тоска, но про это я уже рассказывал. Но здесь вот, как видишь, тоже работа. То есть нужно организованно проснуться, организованно, значит, ехать. Нужно еще узнать, опять же, еще раз говорю, историческую справку, там все это, да? Там нужно не просто лечь в гостинице, а нужно еще и тоже там пройтись, посмотреть что-то. В общем, все это напряженно. И у меня уже попадает желание ехать.